Как вода шумит, слышишь? Да. Вот. Смотри, там пушистый. Прям в глине растет. Ну-ка. Что это за растение? Сейчас узнаем. Не ловит? Ага, вон. Александр что-то задержался там. О, смотрим. О, сейчас глянем, как называется. Полынь нителистная. Нителистная. Точно? Ну, похоже ведь? Да. Что-нибудь про нее узнать бы? Википедия, все, пошло. Полынь. А на вкус попробуй, не говори. Полынь, значит, вот это надо. 4G. Не горько. Не горько? Ну, а, да. Значит, есть полынь горькая, полынь горькая. Нет, может быть, это просто не совпало. Здорово. Вот так вот. Запруда вот работает. Морки вот так вот. Сейчас. Приложение такое есть, которое определяет. Объектив называется. Что за растение? Сейчас глянем. Так. Видишь, уже другое вышло. А. Крашенинниковые. Крашенинникова. И цветового растения семейства Амарас, известный под названием зимний жир. Запчасть Северной Америки. В Мексику. Да это нет, это наверное не то. Нет, да. Там еще надо смотреть, где прорастает. Да, сразу не определишь. Не такая, как полынь горькая, но запах перед ней полыни. Вот это наше двойное. Угу. Нормально. Ничего не подмыло. Хорошо. В этом году больше, лучше сохранилось. Да. Ну то, что двойное.